День неизвестного солдата отмечается в России 3 декабря. Эта дата – дань уважения подвигу павших защитников Отечества, чьи имена так и остались неизвестными. По традиции, в этот памятный день на Кургане Славы прошел митинг. В нем приняли участие представители администрации, организации, предприятий города, работники атомной отрасли, а также волонтеры Победы и военнослужащие. После минуты молчания, акции, объединившей всю Смоленскую область, присутствующие возложили венки и цветы к вечному огню в знак памяти и скорби. Те воины, которые погибли во время Великой Отечественной войны, в локальных войнах, мы отдаем дань памяти и будем чтить наших сердцов навечно. Впервые День неизвестного солдата отметили в 2014 году, но связан он с событиями 1965 года. Когда отмечалось четверть века разгрома немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой, прах неизвестного солдата перенесли в Александровский сад. С тех пор 3 декабря принято чтить память всех погибших в борьбе за родину бойцов, оставшихся безымянными. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.